Это к нам в гости приехала сестра. Ну, интересно, Рахиль, у нас такого имени даже не было, библейское, чистое, так, из Казахстана. Я его уговаривал даже, ты не приезжай летом. Нет, сейчас. Ты почему решила сразу приехать? Хотел повидаться с вами. Вдруг я умру и не повидаюсь с вами. Вы мой духовный отец. Вот видишь, была свидетельница его Иеговы, это там, как свидетели Иеговы называются, я знаю, называть их надо свидетели сторожевой башни. И вот Господь коснулся. Как ты нас нашла-то? Вышла. В интернете. А что ты искала или почему? Да, я искала духовную пищу. Вот. Ну, какой-то слова заряжала. Как ты могла на нас выйти? Заряжала. Я смотрела американских. Вот они мне что-то понравились. И вдруг они пишут, что переходим в православие. Стала смотреть их ролик, а я никогда бы не думала, что я когда выдала поклонническую религию попаду, а тут оказывается, вот оно, они перешли и упомянули ваше имя. Я набрала в поисковике, и вот оно, пожалуйста, и стала постись на ваших роликах. А потом с вами связались по скайпу. Много смотрела и до сих пор смотрю. А муж-то видит, что твое сердце там не ругается еще? Скажет, зазомбировал. Нет, он говорит, ой, надоело ты мне уже. Но вам привет передавал. Ну, спаси Христос. Поблагодарите его, что он тебя отпустил. Ага, хорошо. Вот и Господь дал. Вот мы послушали музыку. Тебе надо было как-то так побыть еще, чтобы увидеть. Я не думал, что у тебя там музыка, ты будешь восхищаться тем, где ничего нет. Дым прыгает там. Это уже сразу должно тебя остановить. Это уже там ничего нету. Это им нужно там мелькание, там дым пускает. Когда у человека есть талант, я показал, вот Штоколов поет, Ребров Иван показал, там «Юность моя, гори, не сгорай», «Грузинка» это пойдет, не но. Ну и другие, даже «Орленок», «Орленок» посмотрели, «Муслима Магомаева», «Буханвальский набат». Ну видно, талант, он талант. И он говорит о том, что душа содрогается, а там ничего нету. Вышел я одинокий, туман, на завтра вышел, утром дождь идет. Что это за песня-то? Это кошка мурлычет, и то больше смысла. Вот мы сейчас вот послушали, он поет «Истопите мне баньку по белому Высоцке». Что там? Хрипит, он не поет никакой. Он поэт, но не певец. Но сколько там смысла? Как сколько лесу и веры повалено, когда он был там. Я там был. И скажу, что он говорит так доходчиво, как будто бы он сам там был. Это большой талант. Большой. В его этих стихотворениях больше смысла, чем может во всей поэзии Пушкина. Вот. И он этим талантом воспользовался очень неправильно. Видишь, как все время там пил и курил, и наркотики, и рано ушел из жизни. Вот как. Поэтому данный талант какой-то определяется Богом. Вот музыка играет, а какая она, хорошая или нехорошая? Вот нашелся тут Новиков Сергей Александрович, занялся моими книгами и снабжает музыкой. Мы поговорили, какую. Он говорит, вы любите голубей, может, голубиное воркование? Я говорю, сделаем. Но главное, я останавливаюсь на Себастьяне Бахе, органная мелодия. Я страшно не люблю, когда барабаны бьют. Вот мне кажется, это преисподнее куда-то что-то катится. Это, ну, зачем бить-то? Вот орган играет, вот он все время. И не надо это совсем. И я говорю, Скрябина и Вагнера, чтобы только не было нигде, не подпускай. Это связанные с нечистой силой были композиторы. Оно побуждало к злому, как литература, как книги. Ну, люди, что смотрят, считают. Вот мы сегодня побыли, ты маленько поняла мой круг? Да, ну мне нравится. Я как Алла Пугачева, то ли еще будет поет. То есть я беру не религиозное только, косари на лугу, а такое, которое слышится. И ты должна увидеть, это вот Малиновка там поет. Ты фамилия его не знаешь, кто он там поет? Говоришь, умер-то. Забыл. А как ты узнала, что он умер? Ну, я помню его. Фамилию просто не помню. Угу. Так я, вот песняры как пели. Робертино Лоретти. Мы смотри, сколько сегодня прослушали. Я тебе говорю, это душа принимает. А этот стоит там какой-то, кривляется. Вот девочка-казашка там три года играет на рояле. Это талант. Ее видно. На домбре играет там полонез Огинского. Ну, даже сказать нельзя. Невозможно. Две струны всего-то. А тут семиструнная гитара. А две... Палка, говорит, и две струны. Это талант. Ну, я благодарю Бога. Я вас благодарю, и Бога благодарю, да. Слава Господу. Я тебя не скрываю, что я не хотел, чтобы ты приезжала, потому что суета, зима, и
нигде ничего нету. Ну, а когда уж и стала настаивать, тут я тогда стал помогать тоже. Удержать, думаю, не удержать ее. Да? А нет. То, может, правда чувствуешь, что я, может, умру и не встретиться. Я уже в прошлом году хотела зимой, не рискнула, а в этом году уже напросилась. Это недавно один в интернете ей говорит, обо мне стали говорить там какие-то. Он говорит, так он же умер. Да вы что? А кто-то еще третий. Да он, говорит, еще живее всех живых. Да, так он говорит, я так хотел поехать и не успел. А потом, говорит, узнал, что он живой. Да ладно, еще успею. Вот так у нас и есть. Да. Они, говорят, любить умеют только мертвых. Да, да. Видите, как вы внесли тут какой-то особый такой колорит. Откуда приехали, как. Попали нас на 20-летие первой литургии у нас было. Проехали мы с вами сколько? 5 храмов. Побыли у митрополита Сергия. Как он принял. Ну, это же не наиграно все. Да, да. Посетили там человека обозленного на нас. Он что увидел? Старую квартиру, где все я насчитывал. Тебе это интересно? Ты скажешь, а я там была в этой квартире. Да. Там этот фильм снимали, все пленки, Златоуста, жития, Библию, архипелаг ГУЛАГ в этой квартире я насчитывал. Эта квартира на весь мир прославилась. А там ничего нету. Да. 12,8 квадратных метров. Меньше, чем здесь. Конечно, меньше. 13 квадратных метров по стенам. Это тут и туалет, и спальня, и приемная, и мастерская. И у Надежды Васильевны там тапочки шила. У меня переплетный цех, тон называется студия. У меня было там 13, кажется, магнитофонов. Вот такие вот огромные магнитофоны. Маяк 205. Помню, у нас это все, все вот в этой маленькой месте. Ага. Значит, не местность решает. Не место человеку святость дает, а человек да, месту. А то я поеду, вот меня приезжали бесплатно поездку в Израиль по святым местам. Я говорю, давайте так вот. Мы заплатим сейчас, приехали специально в лагерь. Я говорю, давайте, вот вы заплатили деньги, они у вас тоже не лишние. Вот мы с вами сейчас встали и поехали. Теперь я в аэропорту буду сидеть, ждать, когда самолет. Теперь опасность. Дальше приехали туда. Там разные люди. Что я не видел-то? У меня, ты посмотри, сколько фотографий. Лучшие фотографии у меня набиты. Если покажу, ты... Ну, как будто я там нахожусь. И разбито там на 100 разных... плейлистов. Вот это арабская, вот это вот весна, вот это стена плаща, вот это вот там самое-самое-самое. Я посмотрел, у меня знакомые евреи, они все присылают. Мне незачем туда ехать. Это время много. Ехать надо по делу. Вот мы поехали, представь, с миссией своей от Владивостока до Лиссабона. Вот это поездка была. Я стонал буквально, говорю, у нас опыта никакого нету. Спрашиваю, выписываю. Теперь мы сказали, у нас есть опыт, которого ни у кого нету. Как мы ночевали, какие знакомства, как туда забросили груз, где ставка была, как возвращаться надо. Пересекали границу сколько раз. Это такой опыт Бог дал нам, где мы только не ночевали. Один раз траншея какая-то в потемках нашли. Ну и надо сучки там где-то наломали, чтобы развести. Ну мы там в траншейке, чтобы нас не видно, огня-то было. Утром встали, а рядом надписи. Близко, чтобы никто не разжигал. Это идет труба газовая. Мы на газовой трубе ночевали, еще костер разожгли. Ой-ой-ой. Если бы рвануло, там ни машины, ничего бы не нашел. Ой-ой-ой. А в темноте. А какие чудеса были? В одном месте останавливались. Съехать сразу не можем. Наконец съехали. Видно деревья. Заворачиваем за них. Раньше не могли съехать. Остановились. Я должен выкопать под печку. Выкопал. Дров нету. Я по траву пошел. Поленница в траве лежит. Прямо по размеру дрова. Я так по сей день считаю это чудом. В темноте поленница лежит. Небольшая поленница. Вот такими вот напилены. В траве ее не видно было. Именно там вот я здесь выкопал для под печку. На ней решетка кладем. Тогда все. Один раз едем вот через Кемерово. И никак шофер не может куда съехать-то. Наконец уже солнце закатилось и стемнялось. И только видно силуэт. Он говорит, вон там вроде деревья. Ну и правда далековато. Поехали, остановились. В темноте. Я беру лопату, вижу место такое копать. А тут покопано. Как сюда ехали, я делал печку. До 1 сантиметра точно опустился. Это нельзя сделать. Во-первых, не знаю, где съехали. Бог. А Бог... И прямо здесь же старую печку пласты убрал, копать не надо даже. Это с нами что было? И кто нам не помогал только? И мусульмане помогали, и разные там неправославные. Ну, в доме мулы ночевали, что тут говорить. Молились там и в мечеть, комната намаза там, это, Махачкала.
И мы вернулись живые. Сейчас как вспомню, как в Швеции сломались, меня дрожь пробивает. Надо верить Богу и не своего искать. И наша поездка так тронула. В Великобритании нам ролик сделали и прислали в пути. Стоят баптисты, крестятся, и рядом дети. И говорят: Господи, благослови Игнатия с братьями, которые едут там. Вот как Бог делал. Даже не встречались никогда, они уже готовы православные. Ты что-то взяла тут? Ну-ка, покажи. Вот ты, Рахиль, первая, кому я сказал, иди, выбирай, у меня лежат на столе там книги, никому это я не разрешаю. Что ты взяла здесь? Пачку. Так, Письмо православию. О, это второе издание. Со святыми. Какое? И трехтомник. Больше ты не увидишь, да? Первое, второе, третье. Во славу Божию. Спасибо, Христос. Слава Христу. Это за то тебе, что ты приехала. Что ты ревностная такая, ты мне понравилась. Я тебя не скрою уже. И нам, вы мне понравились. Мы были, мне приятно. Кукушка, говорит, хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Ну что, надо вынести, Никита? Да мы вынесем. Вынесем, где-то вам не внести. Я же одна несла. Ну да. Вот это вот надо будет заверните. Веревочки-то есть у тебя? А я в чемодан положу. Ну смотри, в чемодан. Чистенько у меня. Где у меня Никита? Бумага не нужна. Проводить надо, наверное, или нет? Не, не надо. Ну давайте. Сейчас я. А стенки-то закрыть надо. Во славу Божию. Завтра вы последний день, да? Да, завтра целый день я. У меня программы никакой для вас нет. Не надо. Я просто работаю. О, давайте. Вы что, вы взяли уже? С Богом. Ага. Давайте. Ладно. Завтра увидимся. Дай Бог. Давай, Господи, благослови. Так, ужин готовьте. Слава Христу. Интересно, приехала сестра, никогда такого у нас не было. Это Господь делает так. Мы сейчас с ней все эти песнопения, я ей давал послушать. Она какого-то называла, какой-то там казахский или кто поет там юноша. Назарбаев хотел его зятем сделать. Да мне что это зять? Я вижу, там ничего нету. Писк какой-то издает. Если Хворостовский пел, так там еще послушать. Я показал такие, которые, ну, нельзя опровергать их. Все на этом. Слава Христу. Сейчас я все это уберу отсюда.